Пострадавший во дворе дома разговаривал по телефону. После того, как он завершил разговор, к нему подошел неизвестный и выхватил из рук мобильный. Далее ситуация уже попала в поле зрения камер видеонаблюдения. На попытке забрать свой телефон обратно злоумышленник начал угрожать расправой, после чего скрылся. Ориентировка с приметами была направлена нарядом полиции. Благодаря полученным записям с камер видеонаблюдения сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Блинова подозреваемый был задержан по горячим следам на съемной квартире. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Известно, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое. Объяснить свой поступок мужчина не смог. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. УВД по городу Сочи просит всех пострадавших от действий этого мужчины сообщить по указанным номерам.